Сегодня 26 октября. В такой же осенний день 1926 года в Самару прибыла делегация французских рабочих. Они посетили ряд городских предприятий, где встречались с местными рабочими. Об этом тогда написали все самарские газеты. 26 октября 1940 года газета «Волжская коммуна» сообщила своим читателям о том, что облздравотдел организовал в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, областную медицинскую библиотеку для обслуживания городских медработников и медработников сельских участков. Заказы эта специализированная библиотека выполняла по почте. Книги высылались на срок не более месяца. Если в книжном фонде не оказывалось чего-либо, то можно было сделать запрос в библиотеке Москвы и Ленинграда. Поздравления с днем рождения сегодня принимает депутат Государственной Думы России от Самарской области Александр Евсеевич Хинштейн. Русская Православная Церковь чествует сегодня Иверскую икону Божьей Матери. Наши предки молились ей об избавлении от разных бытовых неурядиц и об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожаров и о хорошем урожае. Это были лишь некоторые примечательные события, случившиеся в 26-й день октября. Прекрасного настроения вам и успехов в делах!